Связист ТВ. Узнай новости первым. 46 пакетов с белым порошком в Кстове обнаружил наряд Росгвардии. Утром 5 ноября внимание правоохранителей привлек припаркованный битый автомобиль в районе 8-го дома по улице 40 лет Октября. В нем два человека совершенно спокойно предавались алкогольным возлияниям. Сотрудники Росгвардии надеялись, что граждане, выпивающие, с места не сдвинутся. Однако спустя некоторое время машина все же тронулась. Старшим наряда было решено автомобиль остановить. Как и предполагалось, водитель был пьян, а пассажир попытался скрыться, но был задержан вторым нарядом вневедомственной охраны. На место задержания немедленно были вызваны сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД, которая в присутствии понятых изъяла из автомобиля 46 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом бежевого цвета. В ходе проведенных мероприятий, в том числе осмотра мест как происшествия данного автомобиля, было обнаружено, соответственно, одноразовые полимерные пакетики с фиксирующей застежкой, с порошкообразным веществом, сопутствующие предметы. Все это было изъято в ходе проведенного исследования. Показало, что содержащиеся в данных пакетиках вещества является наркотическим средством синтетического происхождения эфедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». По мнению экспертов отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, изъятую партию мефедрона можно считать крупной. Наркотические средства синтетического происхождения сейчас имеют очень широкую распространенность. Определенные, процент имеет и данные наркотические средства мефедрон в незаконном обороте. Экспертиза изъятых веществ продолжается. Двое мужчин находятся под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связист ТВ.